Dead Space 2 2 часа. Айзек, ты там? Прием, Айзек. О боже, прости, пожалуйста, Айзек. У нас же разница во времени. Я позвоню тебе нет, позже. Нет, все в порядке. Нормально. Как у тебя дела? Ебать, хорошо. Айзек помолодел тут. Ты был прав, Айзек. Ишимура — изумительный корабль. Мне так повезло, что я буду служить на нем. Тогда пользуйся моментом. В следующем году корабль списывают. Айзек, спасибо тебе. За что? Ты заставлял меня двигаться дальше. Если бы не твоя настойчивость, я давно бы все бросила, но ты подталкивал меня. Помни, я расстаюсь с тобой на 6 месяцев ради этого. По-моему, мы выходим из зоны приема. Айзек, прием. Ты меня слышишь? Я позвоню тебе сразу, как только смогу, хорошо? Первый Dead Space охуенно думает. Айзек. Айзек. Сосредоточьтесь, мистер Кларк. Итак, вы рассказывали мне о своих кошмарах, в которых фигурирует ваша погибшая подруга. Как там было ее имя? Николь. Я не хотела, чтобы все так закончилось. Хотела тебя вновь увидеть. Хотя бы разок. Я любила тебя. Всегда любила. Ах да. Николь Бреннан. Она ведь была старшим медиком на борту корабля класса «Планетарный потрошитель». Ишимура. USG Ишимура, верно. Экспедиция по добыче руды на Егиде-7. Связь с ними пропала вскоре после их прибытия к планете. И вы в составе ремонтной команды отправились к ним на помощь. Сумму насколько оцениваешь? Добровольно, верно? Где-то 4 из 10, наверное. Что произошло на борту корабля, Айзек? Они нашли кое-что. Что они нашли на этом корабле, Айзек? Обелиск. Вы контактировали с этим обелиском? Он вызывал у вас видения, верно? Неприятные видения. Он говорил со мной. Что он говорил, Айзек? Что он вам говорил, Айзек? Айзек. Айзек, вы меня слышите? Айзек? Ебать, блядь. Крепотущая какая-то хуйня. Айзек. Айзек, вы слышите меня? Он в психушке. Дэйна, я обнаружил Айзека Кларка. Повторяю, я нашел его. Отлично, Франко. Только осторожно. Он долго был в отключке. Так. Хорошо, хорошо. Спокойно, спокойно. Сейчас мы снимем эту смирительную рубашку. Где? Где я? Знаю, ты в замешательстве. Нет времени объяснять. Доверься мне, хорошо? Слушай, все очень-очень плохо. Так, вам не кажется, что немножко тихо, чат? Хотите, я прибавлю? Ебать, пиздец. Бля, начало, конечно, ебанистически бодрое. Прям как в первой части начало такое. Прохождение и монтаж. BF Games. Спасибо, братан, мы не знали. Это Кларк, огонь! Ебать. Они еще его и пиздошат зачем-то. Директор Тейт, все
своему персоналу. Приказываю уничтожить все ключевые объекты и полностью зачистить комплекс. Это не учение. Деймон, конец сообщения. Смотровая, посторонним вход воспрещен. Сегодня глаз выглядит намного лучше, правда? Болит. Он все еще болит. Да, я назначу тебе еще один сеанс завтра. Нет, я не готов. Я не выдержу еще один сеанс, я... Точно. Прямо с утра и начнем. Поговорим о том, что ты видел сегодня. Давай, Стросс. Я здесь, чтобы помочь тебе. Блять. Мудак, конечно, BFA Games, блядь, скипает, блядь, долбоёб. Нахуя так делать, кстати, я вообще не понимаю. Давай. Давайте отсюда. Господи, Айзек! Клаб, если ты слышишь... Слышь, он там дохуя это. Идёт эвакуация. На поиске ближайшего выхода, смерти в да, тут, да, тут FPS видно. А, блядь, нет, мы это видели же, да? Да. Но вот эту хуйню не показали нам, вот эту вот. Где он остановился, видите, послушал, чувак сдох. Дворф, мы не будем эту хуйню смотреть. Этот чувак получше делает, да, ребята? Итак. О, во-во, да. Он лучше. Сегодня глаз выглядит намного лучше, правда? Болит. Он все еще болит. Да, я назначу тебе еще один сеанс завтра. Нет, я не готов. Я не выдержу еще один сеанс, я... Точно. Прямо с утра и начнем. Поговорим о том, что ты видел сегодня. Давай, Стросс. Я здесь, чтобы помочь тебе. Он был черный. Черный светился красными символами. Вот как реально можно делать игрофильм и скипать такую хуйню? Я вот вообще не понимаю, блядь. Вот тот чувак, BFA Game просто на отъебись, блядь, делал. Лишь бы это. Как можно, блядь, ну, типа, чё? Нашептывали мне. Я понимаю, там, ну, не смотреть в каждую текстуру. Вот как этот чувак там взял, наклонился и показал, что там труп. Это, ладно, окей. Но вот это-то, блядь, как можно скипать? И что же они тебе нашептывали? Ну же, Стросс, что? Это был всего лишь осколок. Всего лишь осколок. Но он так засрал всю мне голову мыслями, что там... И для чего больше не осталось места. Я не могу вспомнить, как она выглядит. Бля, почему чего? Я не могу вспомнить ее? Бля... Символы, Стросс. Что тебе говорили символы? Блять, да вы чё, рофлите нахуй. Что ты видел сегодня? Давай, Стросс, я здесь, чтобы помочь тебе. Он был черный. Черный светился красными символами. Символы нашептывали мне. И что же они тебе нашептывали? Ну же, Стросс, что? Это был всего лишь осколок. Всего лишь осколок. Но он так засрал всю мне голову мыслями, что там... И для чего больше не осталось места.
Я не могу вспомнить, как она выглядит. Почему я не могу вспомнить ее? Символы, Строс. Что тебе говорили символы? Они сказали, что я не виноват. Я их не убивал. Они не заслужили этого, и я не заслужил этого. Падла. Верните мистера Строса обратно в стазис. Увеличьте ему дозу на 30 миллиграмм. И попробуем добиться чего-то на завтрашнем сеансе. Я оставлю этот графин на фоне, если что, если еще что-то будет такое. Ну, вы поняли. Ты чего, мужик? Пациент 4, я помню тебя. Тейнман сказал, что все ключевые объекты должны быть ликвидированы, уничтожены. Вот еще один. Эй, послушай. А какой смысл? Да послушай же. А какой смысл? Мы оба можем выбраться отсюда. Просто сними с меня это дерьмо. Никто не выберется отсюда живым. Никто. Не делай этого. От того, что я сделал, нет спасения. Успокойся, приятель. Ты только успокойся. Твой икс красный. Красный. Тут в стенном шкафчике аптечка и фонарик. Забирай их. Давай же. Да, кстати. Айзек-то говорит начал. Мне они больше не понадобятся. Айзек, мы все будем гореть в аду за то, что с тобой сделали. Нормально. Кларк! Айзек Кларк, это ты? Кто ты? Меня зовут Дейна. Я пытаюсь спасти тебя. Почему? Что происходит? У тебя редкая форма безумия, Айзек, которую ты подхватил на Эгиде 7. Откуда ты знаешь? Откуда ты все обо мне знаешь? Эта болезнь убьет тебя. Но если ты доберешься сюда, я смогу тебя вылечить. Чего я должен тебе верить? Потому что это не я в тебя стреляю. Ну, пиздец. Просто иди по моему маршруту. Кстати, ебать, они классно сделали в этой игре. Ты включаешь хуйню, и тебе показывают, куда идти по заданию. Пизда, блядь, это так хорошо. Чтобы, блядь, не заплутать в темноте, там, ебанутый, не задушиться, прям, бля. Это грамотное решение, пипец. В первой части тоже это было? А. Но я просто не обратил внимания. Там вроде бы не... Он, чувак, вроде не включал. Ну, не показывал, короче говоря, что... там есть что-то такое. Вот и все. А, включал на секунду? Окей. Так, чат, я в наушниках. Оставлю игрофильм, я пойду еду разогрею. Пока еще ничего прям супер серьезного не началось. Что за черт? Добро пожаловать, инженер ИСИ Айзек Кларк. Доступ разрешен. Что случилось? Ты в порядке?
Почему ты мне помогаешь? Если Тейтман обнаружит тебя, погибнут люди. И я тоже. Нет, если будешь меня слушать. Мне это не нравится. Нравится, не нравится. Поторопись, пока не попал в ловушку. Для поиска ближайшего выхода сверьтесь со своим телом. Успокойся. Сейчас Богу, я тебя освобожу. Помогите. Это тканевый лазер. Плазменный резак. О, черт! Блять! Блять, ты что там копаешься? Вот, сука! Помогите! Я пытаюсь! Помогите! Да, сейчас, сейчас! Айзек, это Дейна. Расчленяй этих тварей. Только так их можно убить. Знаю, у меня большой опыт. Просто будь осторожен. Спасибо. Я слышал, там было только введение, ничего, ничего фатального. Его учили разъёбывать там все такое. Да не буду я мотать нихуя, блядь, не пиздите. Айзек, да-да, пропустил. Они блядь. Гонятся за нами. Кто да, они? Кто гонится за нами? Да-да. Сцена крутая, но я не буду перематывать, была и была чё. Не сработал. Двери заблокировались. Я сказала, поторопись. Ты что, не слышал? Слушай, я и без тебя обойдусь. Тихо, посмотрим, сколько ты продержишься. Я смотрю, да? Спасибо, Форма. Дейна! Дейна! Ты права, мне нужна твоя помощь! Ответь! Послушай, Айзек, я не навязываюсь в друзья, но так или иначе тебе придется полагаться на меня. Твой враг Тейтман, а не я. Все, нашла новый маршрут.
Ладно. Так, где я, черт побери? И откуда опять взялись эти некроморфы? Ты на станции Титан на орбите Сатурна, а некроморфы, они... Черт! Дейдман глушит мой сигнал! Отчет санитару УСС 1138. Пациентка номер 3 опять обгадилась в кровати. Она продолжает рисовать изображение чего-то похожего на обелиск всем, что попадет ей в руки, в том числе собственными фекалиями. Дрожь в руках достигла момента, когда она не способна самостоятельно есть, пить, пользоваться санблоком. Ее перспективы не поддаются предсказанию. Конец сообщения. Играл в прототайп. Понятно, Виатор. Какого хрена? Ой-ой-ой. Неужели он реагирует теперь на пиздец, который происходит? Бля. Насколько это лучше? Это просто пиздец. Ой, бля. Ёбаный дешёвый пафос завезли. Зона вакуума. Бля, вот это вот. Добро пожаловать в круг ускоренного
Хорошо. Транспортная станция сразу за жилым комплексом. Подожди! Я хочу знать, сколько я уже здесь пробыл! 3 года. Тейдман обнаружил тебя в космосе возле Эгиды-7 и притащил сюда, чтобы изучить. Почему я ничего не помню? Обелиск оставил у тебя в голове самовоспроизводящийся сигнал. Чем дольше ты в сознании, тем больше нервных клеток он захватит. Он убивает тебя. Тейдман пытался замедлить процесс, подавляя твою память. Ты можешь это исправить? Только если успеть вовремя. Транспортная станция, шевелись. Да-да, Сыкуха боится есть на камер, да. Dead Space 3 не будет. Там нет русской озвучки. Айзек! Айзек, сюда! Кто ты? Это все лекарство, Айзек. Нас пичкали лекарствами, чтобы мы забыли. Но память вернется. Не понимаю, о чем ты вообще? Зачем ты мне звонишь? Айзек, Айзек, берегись! Отсюда некроморфы. Неужели они расползлись по всей колонии? Как это возможно? Ведь обелиск уничтожен. Дейна, я его уничтожил. Ты уничтожил обелиск А, но Тейдман создал новый. На этой станции? Зачем? Это мощная инопланетная технология, и Тейдман хочет заполучить ее в свои руки. Иди к транспорту, он доставит тебя на станцию башни. Но зачем? Дейна, черт! Кажется, она его наёбывает, да я не удивлюсь.
Красиво было бы там. Мороженку поел. Хоп. А вот и я. Вы не хотели, а я пришел. Ебанутый. Произошло. Я уж думала, мы тебя потеряли. Аварийная остановка. Где я сейчас? Как ты вообще там очутился? Подожди. Не самый приятный маршрут. Зато ты смотрел жилой сектор башен Кассини. Проклятие! Тейдман опять засек твой сигнал. Не стой на месте. Ладно. Ты им очень нужен, Айзек. Держись. Я скоро свяжусь с тобой. Да, Джиггернаут, просто.
Бля, ебать, шкильники. Айзек! Айзек, ты еще жив? Не могу долго говорить. Они отслеживают сигнал. Как там твои воспоминания? Мои возвращаются. Хорошие. Плохие тоже. Чем больше вспоминаю, тем сильнее болит голова. Я все время вижу символы. Ты тоже видишь символы, Айзек? И его. Все время вижу его лицо. Черт, они меня нашли. Все пытается связаться со мной. Я его видел в госпитале. Нолан Стросс. Он был подопытным в эксперименте, как и ты. Да. Как он там оказался? Что ему нужно? Он психопат, Айзек. Держись от него подальше. Он убил собственную жену и ребенка. На месте. Ладно, понял. Это не учение. Немедленно следуйте к ближайшим точкам эвакуации. Дейна, я думал, ты ведешь меня к жилым кварталам. А это место похоже на центр вербовки юнитологов. Я правильно иду? Да, там должен быть старый инженерный туннель, который выведет тебя через мусоросборник прямо к башням Кассини. Будь начеку. Что обелиск делает? Стоит просто. Найдет, слушайте, кинезисом можно вытирать лезвие стропов и стрелять ими в них. Смотрите, вот. Эта уловка пробила мне жизнь на 3 часа. Лайфхаки от Влада А4 были. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Ну да, графика заметно. Ну, хотя, ну не прям супер, но получше стало, да. Николь умерла. Тебя здесь нет. Дэйн, солдаты Тридмана меня нашли. Они летают со мной на каком-то штурмовике. Ты почти дошел. Поспеши. В 2014 году геофизик по имени Майкл Альтман совершил открытие, которое изменило мир. Глубоко на дне кратера, возле полуострова Юкатан, он обнаружил священное неземное чудо – обелиск. Обелиск обратился к Альтману и открыл ему план, согласно которому все человечество объединится, чтобы достичь нового светлого будущего. Понятно. После того, как Майкл Альтман объявил о своей находке, люди стали стекаться к нему миллионами, чтобы узнать об обелиске и об обещанном единстве. Однако были те, кто в посланиях Альтмана усмотрел угрозу. В 2215 году, 15 марта, Майкл Альтман был убит, став первым мучеником нашей церкви. Блять, мы это читали! Последователи Альтмана глубоко скорбили об этой утрате, однако нашли утешение в обещанном им единстве. Они не могли допустить, чтобы правда была скрыта, и основали церковь юнитологии, которая распространила по миру свет откровений. Сегодня церковь юнитологии можно встретить в любом уголке известной вселенной. Ее учение столь же сильно и актуально, как и во времена Альтмана. Церковь насчитывает миллиарды последователей из самых разных социальных, культурных и экономических слоев. С каждым днем их становится больше. Спасибо большое, Сасхард, за 5 подарочных сабок, бро. Премного тебе благодарен. Церковь юнитологии станции Титан, основанная небольшой группой верующих шахтеров, превратилась сегодня в центр нашей религии. Именно здесь располагается один из самых больших и прекрасных в Солнечной системе храмов, который часто служит местом проведения ежегодного симпозиума мистиков юнитологии. Пока мы ожидаем воссоединения, очень важно укрепить наши связи с обелиском, понять, какое будущее он для нас уготовил. Обелиск взывает ко всем нам. И наш долг — ответить этому зову чистотой сердца и открытостью разума. Понятно. Это Тейдман! Он нашел тебя! В церковь, быстро! Дэйна, церковь юнитологии? Ну почему сюда? Хурма, я понял тебя. Это одно из мест на станции Титан, куда у Тедмана нет доступа. Разделение церкви и государства. Нет, Дэйна, мы не должны сюда соваться. Куда угодно, но только не сюда. Айзек, мой брат погиб, пытаясь спасти тебя. Это важно. Все получится. Наверху в церкви есть одно безопасное место. Встречаемся там, ладно? Холодно, Айзек, и так больно. Куда ты
выбежишь. От боли невозможно убегать вечно. Очень скоро ты начнешь умолять, чтобы все закончилось. Ебать, у него шизоа. Сломала дверь. Держись, я попытаюсь открыть все выходы в этой зоне. Поторопись, тут точно что-то есть. Блядь, реально угарные вот эти вот мобы. Пиздец. Дэйна, ты там? Айзек, я не могу разблокировать лифт. Ты там сам сможешь что-то сделать? Хорошо, я попробую. Отлично. Как только запустишь его, направляйся в похоронное крыло церкви, а затем вниз в усыпальницу. И запомни, важно, чтобы ты не... Нет, нет! Комитет не может глушить нас здесь! Только не здесь! Дэйна! Дэйна! Важно, чтобы я не что! Они очень много делают на высокой сложности, пытаются разводить тебя, если спины разбегаются и ваншотят. А тут написали, что на легкой и на сложной сложности, блять, они действуют одинаково. И гордите, понятно. На сложные их там вроде больше, но мне что-то тоже кажется, что навряд ли у них меняется целая прям манера поведения от сложности. Мне кажется, что максимум их больше там, или они
жирнее или сильнее. Но поведение остается тоже, мне кажется. Никто не будет писать для высокой сложности дополнительные паттерны, блядь, поведения на обычного противника, блядь. Это вообще пиздец. Урон же вычти количество, ну да, вот это. Хурма, ну пока большинство говорит, что ты пиздобол. Ебашит. Нет, Тамагочи, я тебя не люблю. Вейна, кажется, я нашел выход, но он слишком высоко. Управление гравитацией заблокировано. Дейна! Блять! Не знаю, слышишь ли ты меня? Тебе надо подняться наверх. Слышишь? Ты должен подняться наверх! Сломал. Гравитация в шахте отключена. Нет, Энджел, неверно. Да, Хэппи, зона, да. Гравитации. Спокойной ночи, Басов. Айзек! Что за счет? Они глушат мой сигнал с помощью какого-то мобильного устройства. Кто-нибудь, определите частоту работы глушилки.
Наверное, их штурмовик висит рядом с комплексом. И что теперь? Новый план? Нет. Они не знают, где мы, иначе бы уже убили нас. Дерьмо! Сигнал опять падает. Иди по своему локатору, быстрее. Ого, прикольная, кстати, Лока. Сколько еще осталось? Не меньше 2 часов. Час 55. Мне в чате пояснились за фэк, извиняюсь за говную инфу. Вот видишь? Что с тобой творится, Айзек? Ты пытался убить себя. С чего бы это? Правильно. Игнорируй боль. Похорони ее внутри. И пусть я сгнию, пусть истлею. Ебать. Дэйна, ты все еще там? Я добрался до верхушки церкви. Ты почти у цели. Я буду ждать тебя у челнока. Херок, я смотрю игрофильм. Дэйн. Так ты юнитолог. Я должен был догадаться, как я тебе поверил. Не скажу, что у тебя был выбор, Айзек. Стоило Блять. Сказать про лекарство, как ты сразу ринулся за ним. Естественно. Почему все это? Почему вы не оставите меня в покое? Ты очень опасен, Айзек. Комитет не отстанет от тебя, они боятся, что ты уничтожишь обелиск. Кстати... Ведь это ты его создал. О чем ты вообще говоришь? Мы ведь за этим тебя сюда и привезли. Чтобы делать для нас обелиски. Чтобы начать великое воссоединение во всей галактике. Да вы тут все просто спятили. Отдавай лекарства. И я сваливаю нахуй. О, мы не собирались лечить тебя, Айзек. Твоя бесценная головушка нам нужна именно в таком виде. А теперь будьте любезны проводить Айзека к челноку и поместить его в стазис. Не хватало еще, чтобы он умер.
Так пописай, неолик. Пиздец. Айзек! Айзек, ты там? Ты меня слышишь? Чего тебе еще, Строс? Все кончено, все мои планы унесло в космос. Нет, 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 не кончено! Пока еще нет! Айзек! Айзек, мы построили эту штуку. Мы можем ее уничтожить. Обелиск, что ли? Строс, ты знаешь, где обелиск? Он в правительственном секторе. Но мы должны идти туда сейчас же. Сейчас, сейчас. Мое время на исходе, как и твое. Строс, куда тебе понесло? Черт! Айзек, мы наводили на них ужас после сеансов. Я помню. Они помещали нас в машину, чтобы мы повторяли шаги. Я не помню никаких сеансов. Тебе повезло, что ты не помнишь. Начнешь вспоминать, он вернется. Кто? Конечно, кто Энджел, вернется? Конечно. Кто? О, посмотрите-ка. Как же ты вырос. Куда ты уходишь? Не иди за ним, его там нет. Мистер Дейтман, всем оставшимся подразделениям приказываю отступить. Повторяю, отступить к правсектору. Объявляю начало операции и конец игры. Касательно беглецов предприняты особые меры. Мистер Дейтман, всем оставшимся подразделениям приказываю отступить. Айзек, шаги. Он хочет, чтобы я следовал шагам. Шаг один. Залезть в темную машину. Строс, успокойся, он тебе не навредит. Он хочет, чтобы я залез в темную машину, Айзек. Но я не могу. Она там. Она ждет меня. Строс! О, господи, господи, боже! Строс, слушай меня. Мы должны двигаться дальше. Ты можешь добраться до поезда? Он идет. Я не могу говорить. Айзек, он ушел. Слушай, шаги могут разрушить обелиск. Шаг один. Залезть в темную машину. Шаг два. Со всех сторон закручиваются винты. Я не понимаю. О, господи, он вернулся. Нет. Нет, 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 нет. А дальше все. Hey!
Не подходи! Хочешь говорить? Говори оттуда! Ты не ври, что хочешь помочь! Последний такой помощник пытался меня замочить! Успокойся! С чего мне тебя убивать? Вот. Правильно. Попробуешь, и ты труп. Давай начнем разговор сначала. Я Айзек. Элли. Я Айзек. Чего тебе надо, Айзек? Я пытаюсь добраться к транспортному терминалу. Мне нужно в правительственный сектор. Я Айзек, блядь. А мы, по-твоему, чем занимаемся? Слушай, я могу помочь. Шансов спастись больше, если держаться вместе. Разве не так? Ага, как же. Сейчас любой лишний человек обуза. Я открою дверь, но дальше каждый сам по себе. Нихуя себе. И, пожалуйста, не ходи за мной, окей? А мне кажется, сейчас... Подожди! А мне кажется, сейчас наоборот вдвоем заебись, блядь, быть в такой ситуации, учитывая, что она тоже умеет ебашиться против них. Какой бред. Магазинчик? А, понятно. Ого, нихуя себе. Ебать, новый уровень. Только что-то... Только... Что-то, блядь... Что-то он стал менее защищённый. Руки открыты, по-моему, или что это? А, или это костюм такой, блядь. Очень странная хуйня. Ебать. Сейчас взорвется нахуй. Одобряю, блядь. Бля, такой ребенок обосрется. Блядь, обосрался в комнату, хуй уберешься. Понятно, Никардо. Ой, блядь. Блять. Драй, я уже прочитал это. Солнышко, блять. Лето ёбаное, блять. Yeah.
уничтожить меня, вскроешь себе вины. Опять шизоидная. Не пройдет. Можешь дурачить с троса, но я знаю, что ты не настоящий. И если я не настоящий, кто же стоит перед тобой? Всего лишь галлюцинация. Строс знает, как тебя уничтожить. Знает, как уничтожить обелиск. И мы тебя уничтожим. Как это удобно, уничтожь обелиск, и вся боль уйдет без следа, и больше никогда не надо будет слушать свое сердце. Тамагочи, но они здесь мутированные, поэтому это не считается, типа. Айзек, это Элли. Я тут кое-кого нашла. Еще один выживший говорит, что знает тебя. Айзек, я же сказала. Не выпусти. Элли, полегче. Это Строс. Я знаю его. Он какой-то дерганый. Я ему не доверяю. Не рыпайся. Элли, мне нужно, чтобы он не умер. Он мне нужен. Не умер, блядь. Ладно, Айзек. Я выведу его к терминалу, но если он выкинет что-то, хоть что-то, я его пристрелю. Айзек, двигай! Привет, Айзек. Знаешь, мне тут не по себе. Только утром я с трудом выбралась из этого CAC комплекса. Так ты из CAC? Пилот грузовой платформы класс 4. А ты? Инженер. Ботан. Блеск. Вот дерьмо. Темно. Он найдет меня в темноте. Заглохни. Просто вырубился свет. Ебать, охуевшая. Вы там в порядке? Нет. Черт, жизнеобеспечение тоже отключилось. А она типа дохуя военная. Два наших последних субъекта, Кларк и Строс. Так и знал, что рано или поздно вы доберетесь до терминала. Вагонетки больше не ходят. Ты в своем уме? Отключил систему жизнеобеспечения. Тут могут быть другие выжившие. Условия в гражданском секторе уже давно несовместимы с жизнью. Я не могу позволить вам сбежать. Прощай, Кларк. Черт, Айзек! Берегись! Он бежит к тебе! Пока что. Почему ты, Эдмон, отрубил питание? Чем ты ему так насолил? Элли, ты знаешь, что такое обелиск? Да. Юнитологи из моей команды только о нем и говорили. Как она уже охотно с ним работает, хотя не хотела. Что, существует? Да, существует. Тейдман создал его, используя код. Данные, которые хранятся у нас в головах. Все, что происходит на станции сейчас, происходит из-за обелиска. Я должен добраться до него и уничтожить. А Строс знает, как это сделать. А ты занятный тип, Айзек. Ты мне поможешь? Или помогу тебе, или задохнусь. Выбора особо нет. Хорошо. Тогда нам надо восстановить питание. Или останемся и без транспорта, и без воздуха. Должен где-то быть запасной источник. Ну да. Наверху есть солнечный кластер, но он пылится уже много лет. Ясно. Я иду туда. Да не, надеюсь, получится. Я не против работы с ней, но... Кто-то должен будет раскрыться. А вот эта хуйня пиздец кринжоу выглядит, когда она стоит буквально над ним, и они могут просто говорить друг с другом. Но, блядь, просто пиздец. Все равно, что сидеть рядом с человеком и позвонить ему по телефону, чтобы поговорить. Солнечные батареи. Беру это на себя. Только присматривай за Стросом. Thank you.
Стыковочная капсула сошла с рельсы. Наряд на работу направлен в инженерную службу. Элли, тут проблемка! Кажется, лифт, на котором можно подняться до солнечного кластера, болтается где-то внизу шахты. Блин. Не переживай. Починим. Я выйду наружу и посмотрю. Да-да, приятный улик. Ну ты пришел на игрофильмы, если че. У него галлюцинации, Элли. Это симптомы болезни. У нас будут проблемы. Уже есть. Не стойте на месте. В игре, конечно, не хватает боссов, блять. Вот в первой части была хуйня, по сути, с ними, и вот во второй тоже. Хотя в первой там как они были ну, как бы визуально нормальны, по файту хуйня. Вот здесь уже прошел 1:20 и нихуя. Они там есть, просто он играет на легком и многого не показывает. Я не понимаю, при чем то, что он играет на легком, это первое. А во-вторых, блядь, что он не показывает? Боссов, блядь. Солнечный кластер Сигма 0.5. Ваш X не авторизирован для доступа в этой зоне. Пожалуйста, отойдите от двери. Идентификатор X распознан. Приветствую вас, станционный смотритель Говард Филлипс. Надеюсь, вы хорошо спали. Он босса предыдущего с 5 выстрелов завалил. Так,
Но он же его показал. И да, не показывает. Конкретно, каких боссов он пропустил. Я жду. Я его даже специально на паузу поставлю. Включена система противодействия персоналу. Производится неавторизированный доступ к лифту. Пожалуйста, примите меры. Шепардо, да. Смешно, Хан Соло. Я знаю, что ты там. Хочу, чтобы ты понял, даже если сумеешь восстановить подачу питания, тебе не сбежать. Мы перекрыли все доступы в правительственный сектор. Сдавайся, Кларк. Жизнеобеспечение выключено. Привет, Сквайр. Спасибо за 63 месяца, старикан. Блять, охуеть. 5 лет. Посетитель без допуска. Главный сервер. Компьютер, говорит директор Тейтман. Немедленно отключить все функции солнечного кластера. Ну, старик. Инициирована блокировка системы. Блокировка системы завершена. Мне очень жаль, Кларк. Знаю, чего ты добиваешься, и я не могу тебе этого позволить. Слишком многое поставлено на кон. Авторизированный доступ к главному серверу является нарушением гражданского кодекса станции Титан. Верните панели на места и отойдите в чехлу. Внимание! Электрозащита главного сервера отключена. Соблюдайте осторожность. Содержимое главного сервера под угрозой. Служба безопасности оповещена. Да, зебра, но ты, блядь, пожадничал и не сабался.
Ублюдок ебаный. Схемы главного сервера крайне уязвимы. Пожалуйста, отойдите. Повреждение схем приведет к сбоям в работе программ. Ради вашей безопасности отойдите от схем. Автоматические функции отключены. Блокировка отключена. Станция полностью переведена на режим ручного управления. Анти отключена. Элли, я сейчас иду к зеркалам. Придется перенастраивать их вручную. Как там Строс? Сам посмотри. Нет, умоляю, не надо больше иголки. Вы должны выпустить меня. Я не могу дышать. Строс, что случилось? Выпустите меня. Элли. Он ждет меня. Строс совсем шизу словил. Понятно, зебра. Я верю в твой успех. Как тебе это удается? Рано или поздно. Другой внутри ничего не отражается на твоем лице. Никто никогда не узнает, какую внутрь себе носишь. Никогда не узнает, какие черные мысли тебя гложут. Сколько осталось? Чуть меньше, чем полтора часа. Да хуя еще осталось, чувак. Да хуя. Еще до хуя смотреть. Элли, кажется, два зеркала повернуты не в ту сторону. Как он там? Он перестал лихорадочно дышать, но я не уверена, что долго протянет. Так и знала, что он лишь задержит меня. Если погибнет Строс, мы похороним и шанс уничтожить обелиск. Присматривай за ним и доберись до той панели. God of War 2 планирую, наверное, на следующей неделе начать и пройти его, соответственно, за воскресенье и понедельник, потому что там игра на 13-14 часов. Так, Элли, одно готово. Как там у вас дела? Пытаемся открыть кожух. Строс, мне не помешает твоя помощь. Он убьет меня. Я слишком слаб. Ничто тебя не убьет, я обещаю. Просто подойди и помоги мне. Не пойму, кажется, дверь что-то закрывает. Господи, да их тут сотни, тысячи! Они разбегаются! Элли, убирайся оттуда! Боже мой, они лезут сюда! Беги, Строс, беги! Элли, Элли, ответь! Элли! Блять! Тамагочи, мы перестанем пукать тебе в нос. Как тебе такое? Ты дерьмо, Айзек! Элли! Элли, вы там целы?
Нет. Только мы добрались до перехода, как вдруг ударил луч. Айзек, эти твари все еще лежат в транспортной терминале. Может быть, Сипаян. Они уничтожают все на своем пути. Дерьмо, они нас отрежут. Беги к терминалу, встретимся там. Зона гравитации. Элли, ответь! Айзек, надо рвать когти к правительственному сектору, пока нас от него не отрезали. Но тебе для тебя... Я успею! Нет успею. Плюсов в соли. Любители пердежа. Бля, клёво сделано. Я просто забыл, как покупать коины. Коины никак нельзя купить. Вы где? Мы снаружи! Скорее! Айзек! Сюда! В ту сторону! Буду! Бежим к фабрике! Элли, ты сумеешь открыть дверь? Ты рехнулся? Я оттуда едва ноги унесла! Айзек, я попробую открыть дверь Сиеси на твоем уровне. Держись. Токены подписки? Никакие токены подписки там не надо покупать. Жмешь на любого Черт, человека, подарить и все. Пытаюсь скормить ему свои коды, но... Пиздобол мелкий. Привет, Геру... Да, и... у меня есть право Джой. Доступа. Открывайся же, паскуда! Тварь, блядь. Элли, вы уже там? Все целы? Пиздец, Айзек. Просто пиздец. Спокойней. Все нормально. Нормально? Этим утром я заступила на смену с бригады в 30 человек. Я глазом не успела моргнуть. Как все они превратились в монстров. Убегая, мне приходилось отстреливать руки и ноги моих друзей. Уверена, они и сейчас валяются здесь. Элли, мне очень жаль. А у тебя айфон. Я прошла по кругу. Ну прости, богач. Ты вернулась на то же самое проклятое место. Мы выберемся, обещаю. Давай подумаем, где встретиться. Да. Давай. В центральной части фабрики есть терминал.
скидываю координаты. Она будет ждать. Похоже, последние, кто остался, оборонялись здесь. А сможешь открыть с той стороны? Нет. Все цепи выгорели. Шаг 4. Видимо, они взорвали панель, чтобы твари не пролезли. Должен же быть другой путь. После иглы. Выбраться можно только через линию переработки. Она не рассчитана на пребывание там людей. Шаг 4. Но я хотя бы могу ее выключить. Хорошо, давай. Чат, блядь. Отключение. Возможно, перегрузка систем без предупреждения. Шаги. Он хочет, чтобы я следовал шагам. Возьми себя в руки, Строс. Я скоро буду. Чатик, я люблю вас, не грустите. Нет, Тамагочи, тебя нет. Зона невесомости. Кажется, я забрел в тупик. Впереди какая-то система, видимо, вентиляционная. Верно. При ручной остановке комплекса все клапаны закрываются. Тебе придется найти способ как-то открыть люк. Бля, в текстуру улетело, по-моему. Твоя подруга выключила конвейер. Передай ей спасибо за то, что выдала твое местоположение. Я запустил цикл переработки, частью которого станешь и ты. Это конец, Кларк. Тейтман, так не должно быть. Должно. И так будет. Прощай, Кларк. Возможно, в следующем месяце. Элли, ты можешь отрубить эти штуки? Нет. Тейдман как-то убедил систему в том, что я мертва, и теперь мои коды не работают. Так я и знал. Дерьмо. Что-то приближается. Строс, помоги мне с этой дверью. Я хочу, чтобы ты его увидела. Ты должна следовать шагам. Что? Ну нет. Заткнись и помоги мне. Черт возьми! Элли! Thank you.
Их три, Элли. Ну, к двери! Шевелись! Держитесь, да, Юни. Я уже близко. Давай, Трос! А вот я люблю тебя, а ты меня нет. Обидно, блядь. Тамагочи, ты уже должен был привыкнуть. У тебя же с девушками то же самое. Разрывная, блядь. Боже, Айзек. Рада, что у тебя все руки и ноги на месте. Вы в порядке? Типа того. Всего 4 шага. Но не благодаря этому Шизику. Смотри, 4. Шаг 4. Она будет ждать. Строс, ты как? Держишься? Ему становится хуже. Что такое шаг 4? Кто будет ждать? После винтов. После иглы. Она будет ждать. Он совсем плох. Надо двигаться дальше. Выше есть грузовой транспорт. Используя те же пути, что и пассажирский. Шаг на нем 4. Доберемся до правительственного сектора. Но сначала надо вывести его из депо. Она смотрит. Сделай. Спрашивай. Это... Оставайся тут и после попробуй винтов. Поднять после его на ноги. Иглы. Она будет ждать. Я тебя переиграл, у меня нет девушки, я дрочу. Кого ты переиграл, дебил? Естественно, у тебя нет девушки, про это и речь, блядь. Что тебе еще остается делать? 2 года мы были вместе, Айзек. Это были лучшие годы в моей жизни. Я была счастлива, у меня было все, о чем я мечтала. Пока ты не заставил меня усомниться в себе. Когда аниме, когда решим с ним вопрос. Транспорт, но тут проблема с механизмом запуска. Ха, ничего удивительного. Да, свяжусь с тобой, как только починю его. Назад Джиггернаут читал твое сообщение. Эй, все получилось. Посмотрит на меня Айзек. Смотрит Строс, через дыру. Слушай в его мой голове. Голос. Не смотри спокойно, на меня, хватит! Спокойно! Айзек, нам надо убираться. Верно. Проваливаем. Господи, не может быть, это же Ишимура. Ага, бывшая гордость Сиси. Печальная история. Говорят, все, кто были на борту, погибли. Какая-то атака террористов. Что?
Атака террористов? Никакая это была не атака террористов. О чем это ты? Там все это и началось, Элли. Там было то же самое, что происходит здесь сейчас. И я видел все это. Я был там когда... Эй, что происходит? Я не знаю. Что-то перекрыло пути. Сидите здесь, я проверю. Опять он проверит всем. Здоровенное щупальце блокирует транспортный люк. Оно обвилось вокруг огромной цистерны. Огромная цистерна? Трехлористый азот. Они взрываются при нагревании. Замечательно. Сработало. Мы снова движемся. Мы тебя подождем. Прекрасно. Я вас вижу. Сейчас подойду. Приготовься, еще одна. Что? Ты рехнулся? Вон ту, в самом центре? Если ты подорвешь ее, здесь все взлетит на воздух. Именно. Скажи Стросу, чтобы держался. Шоу начинается. Я бы оценил вашу настойчивость, мистер Кларк. Но есть вещи куда важнее вашей жизни и жизни всех остальных на этой станции. Сэр, подготовка к эвакуации завершена. Похоже, это все. Боюсь, отныне вы мертвый груз. Айзек, что он имел в виду? Почему он сказал мертвый груз? Он использует луч солнечного кластера. Тормози! Сейчас же! Черт! Он разрезал станцию пополам. Впереди уже нет рельс. Возвращаемся. Возвращаемся к станции. Что? Зачем? Элли, сделай, как я прошу. Ишимура, если его гравизахваты еще работают, я смогу. Зацепить рельсы и подтянуть их к нам? Это же бред, Айзек. Если получится выставить рельсы в одну линию, хоть на пару секунд, вы перепрыгнете через разрыв. Жди сигнала и присматривай за Стросом. Айзек, нет. Это идиотский план. Привыкай. У меня полно идиотских планов. У Айзека, конечно, железные яйца.
Элли, я внутри. На мостике должен быть компьютер. Попробую проверить состояние корабля с него. Ты там как? Судя по голосу, ты нервничаешь. Последний раз, когда я был тут, дела были плохи. Я с тобой свяжусь. Да, новый рэп. Ну, во-первых, если бы сейчас игра вышла, то герой был бы не героем, а героиней. Это первое, что бы изменилось. Жизнеобеспечение на резервном питании. Все основные системы отключены. Главная центрифуга отключена для ремонта. Черт, так я и думал. Что? Гравитационная центрифуга на ремонте. Придется спуститься в машинное отделение. Будет интересно. Это безопасно? Понятия не имею. Узнаю, скажу. Ты можешь и дальше притворяться, что тебе все равно. Но это место выворачивает твою душу наизнанку. Этот пластик и скотч прячут кровь и трупы от посторонних глаз. Но ты-то помнишь все, что случилось, и от этих воспоминаний не спрятаться. Соли, а там ничего интересного и нет, кроме как улучшения графики комплексной и все по большому счету. Если ты про Ведьмака третьего. Ничего супер какого-то охуенного там, блядь, и нет на Ведьмака. Это тебе не Скайрим. До конца, ребята, осталось примерно минут 50. Элли, это совсем не безопасно. По-моему, но нет, отделись. В центрифуге. Будь осторожен. Я сообщу, как запущу ее. Внимание! Процедура очистки и деконтаминации машинного отделения не завершена. Какие минусы в этой части? Как и в первой, отсутствие боссов, как мне Доктор, кажется, почаще бы их. С интересными материала. Механиками. В остальном все очень даже Молодец, Слип. Во-первых, это человеческая ДНК. Во-вторых, материал оживает, попадая в радиус действия сигнала обелиска.
Сопоставив эти факты, можно сделать единственный вывод. Вся команда Ишимуры была инфицирована и реконструирована. А после того, как был уничтожен доставленный с эгиды 7 обелиск, она разложилась до слизистого супа. Мертвый космос, заебись. Зона невесомости. Запустил центрифугу. Нет. Возвращайся обратно к транспортной станции. Хорошо, я почти отсоединилась от рельса. Держи меня в курсе. Сынок. Айзек, Строс начинает меня беспокоить. Слушай. Я никогда. Нет, сынок, папочка не убийца. Строс! Я бы никогда он не убил. Он не настоящий. Не настоящий. Ты его не видишь, потому что не повторила шаги. Может тебе уйти. Брось отвёртку. Шаг три. Строс, Элли. Блять. Я не понял, тебе реинкарнатор, ты о чем? Айзек, черт, больно-то как, этот урод меня укусил. Что? Вот дерьмо. Ты там как? Да я в норме. Но он замолчал и не смотрит в мою сторону. Что у тебя? Умоляю, скажи, что наш план сработает. Практически закончил. Сейчас направляюсь на мостик, чтобы активировать гравизахваты. Ясно. Они лезут через дыру на уровне медицинской палубы. Ну, хоть там тебе не придется идти. Неожиданное препятствие на пути. Останавливаемся. Добро пожаловать на медицинскую палубу. Черт! Медицинская палуба Ишимуры, Айзек. Там я провела свои последние часы. Испуганная, замерзшая, одна. Заходи, Айзек. Не стесняйся. Yeah.
Там Арзакус на стриме. Первый резидент мы не будем смотреть, потому что они... там нет ремастера. Жаль, мы не сможем поговорить лично. Прости меня. Прости за все. Почему нет? Еще одна случайная жертва. Или я превратилась в одну из этих штук. Они напялили на себя мое окровавленное лицо и бродили по коридорам, выискивая жертвы. Тамагочи, хватит спамить, а, своей хуйней. Ты уж заебал. У первого резика есть ремастер? Забавно, он ему отрубил ноги, он не целился, у него мимо пробегал. Элли, я почти у капитанского мостика, скоро включу захваты. Хорошо. Центрифуга вроде раскрутилась до полной мощности. Отлично, надеюсь, все сработает, времени будет в обрез. Ты готова? Готова, жду сигнала. Ее я на стриме проходить не буду. Чувак, мы вообще не будем проходить ни один Divinity на стриме. Все, что я хочу тебе сказать. Гравизахваты включены. И все подобные игры никогда на стримах не будут. Получилось! Возвращайся скорее, рельсы двигаются! Нет, давайте без меня, я полечу в спасательной капсуле. Давай! Кларк, чертов ты кретин! Эти гравизахваты раздерут всю Луну на части! Кларк! Пора валить. Куда ты бежишь, Айзек? Думаешь, я что-то такое, от чего можно убежать? Да не знаю я. Я не знаю, процедура, кто ты. Процедура запуска начата. Отсчет 3. Я стартовал. Элли, у вас получилось? Айзек, мы перескочили, но несемся как бешеные. Я только хочу, чтобы ты увидела то же, что и я, Элли. Клянусь, больно не трос, будет. Брось отвертку! Трос, нет! Отверткой зарубила ее, блядь. Опасное сближение. Столкновение. Система навигации неисправна. Блять. Система навигации отключена. Твою мать. Приготовьтесь к столкновению. А в манге была не отвертка, блять. Я догадываюсь, что там было. Ты был прав, Азер. Ишимура изумительный корабль. Мне так повезло, что я буду служить на нем. Но ты подталкивал меня. Смерти! Чувствует свою вину. Айзек! Все будет хорошо. Я обещаю. Это совсем не больно. Имеющий уши, да услышит. Строс! Имеющий глаза, да увидит. Строс, черт побери! Внимание, работникам смены. Аномально высокая сейсмическая активность во всем смене.
тебя. Зачем ты это сделал, Строс? Я не мог этого вынести. Думал, Элли сможет. Она должна была увидеть. Шаг три. Что ты не мог вынести? Какой последний шаг? Она. Мы очень все боялись, что я встречу ее и уничтожу обелиск. Ой, я не могу. Ты должен помочь. Ты должен увидеть. Шаг три. Строс! Черт побери. Элли соврала. Она не хочет помочь. Но ты, Айзек, ты точно увидишь ее после шага. Айзек, он смылся куда-то вниз, в шахты. У меня тут тоже проблемы. Найди, где спрятаться. Попробую. Нормального давления. Элли, я вернулся. Ты где? И где Строс? Я пока в безопасности, но он спятил. Думаю, он охотится за тобой. Я тут кое-что нашла. Тебе стоит взглянуть. Вот координаты. И поспеши, я сейчас не в том состоянии, чтобы отбиваться. Оставайся там. Я мигом. Нахуй, блядь, он снял шлем, когда он хочет ему глаз выколоть, блядь. Её. Это Айзек! Скажи ей! Строс! Шаг три! Блядь! Шаг три! О, боже. Зачем ты это сделал, Строс? Ебать. Заткнись ты! Обелиск! Это была ты!
Ты заставила его! И ты заставила меня убить его, да? Странно, как ты до сих пор не понял, кто я. Кто же я, Айзек? Я задам тебе этот вопрос еще один последний раз. Будь готов. Тебя пущу, у меня ничего не останется. Шаг 4. Принятие. Теперь ты готов покончить с этим. Все? Механика сожрали до того, как он успел починить эту штуку. Стросс погиб, Элли. Ну, по этому поводу я плакать не буду. А что дальше? Стросс был нужен тебе, чтобы уничтожить обелиск. Стросс не привел бы нас к обелиску. Он убегал от своих грехов. Ну, а ты? Я убегать уже не буду. Я знаю, что надо делать. Ты очень кстати обнаружила этот здоровенный бур. Попробуй забраться в кабину и завести эту штуку. А я поищу вторую батарею. Здорово, гердоктор. Эй, какого черта? Все голограммы управления показаны. Печатная плата выгорела. Придется найти новую. Ну, они стандартные. Где-то здесь наверняка еще одна такая. Поищу. Как там у тебя дела? Ну, пока никак. Ясно. Нашел. Отлично. Кажется, мне удалось запитать систему во вход навигационных карт. Слава богу. Ага. Система не распознает новую плату. Думаю, я смогу с этим справиться. Похоже, придется справляться мне. Что? Я тебя не слышу. А, не, ничего, ничего. Есть, я запустила его. Ну... С другой стороны есть лифт. Я развернусь, чтобы ты мог забраться. Спасибо. Спасибо.
Спокойной ночи, Майц. Похоже на одну из опор правительственного сектора. И как нам попасть туда? Легко. У нас же есть огромный бур, забыл. А ты не забыла, что я еду на этой штуке снаружи? Элли! 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 Прохожу на 100%, блять, опять нахуй, блять, никого не будет. Айзек, тут штурмовик! Что? Он сломан? Кажется, нет. Айзек, ты меня слышишь? Мы обязательно выберемся отсюда живыми. Один из нас. Тебе слишком опасно тут оставаться, Элли. Что ты там бубнишь? Просто тащи сюда свою задницу. Я начинаю проверку. Питание включено. Она же любит. Навигатор не работает.
Но связь есть. Тебя обязательно спасут. Я ублюдок. Я очень хочу тебя спасти. Я не смог помочь Николь. Но могу помочь тебе, Элли. В общем, пока. А, она короткая такая, двор. Теперь ты готов поговорить? А смысл? Отпустить тебя тоже? Я не могу, Николь. Я не хочу тебя отпускать. Произошло многое, чего мы не хотели. Айзек, коснись меня. Не уверен, что это хорошая идея. Айзек, пожалуйста. Сделай нас единым. Не могу. Реально, пошло нахуй. Не знаю, какие высшие силы охраняют тебя, Кларк. Они не всесильные. У меня 200 человек вооруженной охраны. Все входы перекрыты. Только попробуй сунуться. Далеко не уйдешь. Исчез указатель. Что теперь? Можешь проверить, донат пришел? 25 мин осталось. Ебать, он так шумит, пиздец. Удивительно, что они его не слышат. Предупредите Тейтмана! Айзек еще на свободе! Повторяю! Айзек на свободе! Стремота. Ah!
Куда ты идешь? Я не знаю. Вот поэтому я здесь, Айзек. Чтобы указать тебе путь. Нихуя. Задание добавлено. Неавторизированный X. Дальнейшее движение разрешено только в сопровождении охранника. Только в сопровождении мамы, блядь. Формулы, которые мы получили в последней сессии пациента 4. Они настолько безукоризненно выстроены, что я все время прокручиваю их в уме. Конфигурация практически у нас в руках. Кажется, я мог бы сам ее сделать. Такое чувство, будто эта штука сама желает, чтобы вы преуспели. Никогда такого не видел. Нам нужно лишь решить проблему эгоистической стабилизации. Что это? У меня в голове что-то не так. Мы приближаемся, Айзек. Обелиск знает, что ты здесь. Зато я не знаю, что делать. Придет время, и ты все узнаешь. Вы всю ночь сидите? Мы уже стримим от 10 часов с хуем. Сидим, блядь, игрофильмы смотрим, долбоёбы тупые. На что мы тратим жизнь, блядь? Просто трэш. Время, блядь, 4 часа утра. Я в ахуе. Блядь, я в порядке. Что это было? Сбой в системе, блин. Завтра, если не придет, мы очень быстро управимся с Лукира. Пойдем Вове качаем. Кинофикс.
Фелпс. Запись в журнал исследований 43-545. Вчера я отключился и очнулся сегодня утром, уставившимся на законченную крохотную версию Эвелиста в одной из минеральных ванн для печати кристаллов. Я ввел в него алгоритм эвелистической последовательности. Я до сих пор слышу его у себя в голове, как назойливую песню. Я знаю, что мы принимаем препараты от нервного расстройства, но тут что-то другое. Фелпс, запись в журнал исследований 43-553. И я уверен, что мы марионетки каких-то чужеродных сил. Я уже не верю, что мы контролируем проект, да, если вообще контролировали его когда-либо. Я считаю, что даже вся наша рационализация всего лишь иллюзия, созданная теми же силами, которые стоят за изначальным обелиском, черным. Мы не знаем, как построить эту штуковину. Она строит сама себя нашими руками. И она пытается вырваться наружу. Отчаянно пытается. После того, как я разнес кувалдой уменьшенную копию обелиска, собранную мной на прошлой неделе, меня поместили под наблюдение. Нам необходимо уничтожить все, что мы здесь сделали. Даже записи. Вообще все, что имеет отношение к исследованиям. Те, кто присутствовали при той первой попытке на Эгиде-7, правы. Все это лежит за гранью нашего понимания и контроля. Я должен идти. Мой наблюдатель что-то шепчет охраннику. Мультивейв мутации, они это не мутации, это типа регенерация, ну, оживление. О, оживление. И это сделал я. Мертвых. С помощью обелиска. То есть это обелиск таким образом оживляет мертвых. Вот. Что? Что они делают? Они стремятся к обелиску. Воссоединение вот-вот начнется. Я так и знал, что от тебя будут одни неприятности. Но они твердили, что ты нам нужен. Я годы угробил, копаясь в твоих прогнивших мозгах. Все должно было быть совсем не так. А как это должно было быть? У нас все было под контролем. Кларк, это не наша вина. Мы были так близки к пониманию. Все эти тела, которые ты впустил сюда, Кларк, они начали процесс воссоединения. Но мы никогда не думали, что их будет так много! Какого черта он делает? То, для чего он был создан. Айзек, ты должен сделать нас единым. Оружие Dead Space прикольное. Трос. Я вспомнил. Машина активирует те части мозга, в которых хранятся коды обелиска. Но как это угрожает обелиску? Чего они так боятся? Меня. Нас. Действующих вместе. Шаг 4. Да. Ты готов? Это ведь будет больно, да? Да. Заходи внутрь. Шаг 1. Вползти внутрь. Шаг 2. Со всех сторон закручиваются винты. Имеющий уши, да услышит. Пиздец. Имеющий глаза, да увидит. Yeah.
нет, я в него играл, но тогда еще ничего не записывал. Николь! Ты где? Иди за светом, Айзек. Я буду ждать тебя у обелиска. Ну что мне делать? Проклятие. Сержант Фату. Мы обнаружили сигнал X оставшихся в живых. Эвакуационный транспорт на месте. Ученики подтверждают, что смогут подобрать всех. Разве Дэймон имел право держать эвакуацию? Он действует только от всех протоколов, которые теперь все, что для этого было известно. Но слежки на рынке пытаются всех не расстреливаться. Видимо, он чувствует себя виноватым. Стремится спасти столько людей, сколько сложно. Пока хардкорс. Блять, я угораю с тех, кто уходит за 5 минут до финала игры. Хотя, может быть, ты уже знаешь финал. Но уходить со стрима, если не знаешь, съебывать со стрима за 5 минут до финала, блять, это такое. Учитывая, что вот-вот, блять, уже все. Ты все еще сопротивляешься, Айзек. Ну, потому что я не хочу играть эту игру. Мы думали, и это долго и стремнее. Но я больше никогда тебя не увижу. Играть самому не хочется. Нет другого выхода. Ты должен это сделать. Сипаян, это надолго. Очень вот надолго. Вот и все, Айзек. Воссоединение на пороге. Встретимся у обелиска. Может быть, я уже посмотрю.
7 минут. Позволю тебе уничтожить их. Ебать. Слушай, сколько мы отсмотрели Голубую Власть. Ну и дурачок Сыпаян. Создатели? Это я, что ли? Но Строс говорил, мы можем уничтожить обелиск. Нет, если мы поглотим тебя до этого. Блять, а я ведь тебе верил. Блять, нахуй тебя. Нахуй твой обелиск. Блять, сейчас опять он верил бабе, блядь, и она опять его прокинула. Долбоёб, блядь, баба верит, и его все бабы не будут в жопу. Thank you.
Капец, какой же пиздец он прошел. Ты... Это и есть твой великий план? Бросить меня и сдохнуть? У меня полно идиотских планов. Забыла. Вот тебе еще один для коллекции. Я пробью крышу и заберу тебя. Двигай задом. Элли, слишком поздно. Улетай от станции. Извини, в этот раз тебе слова не давали. Поберегись. Бля, нихуя себе. Заебись, что она его решила забрать. CGinfo.tv. Что? Что? Блять!